Сейчас я рискую очень много. Может, поставлена на карту даже моя жизнь. Поэтому, не как меня зовут, скажу, ни где я нахожусь. Нельзя остановить движущееся изображение. Годами уже пытаются нас лишить их. А до этого пачкали тоталитарическими свинствами все самые великолепные моменты кинематографического искусства, которые мы приписываем великолепным людям, которых больше не с нами, и которые не смогли увидеть пожар, которым миллионы километров целлюлоидов были присуждены. Кинотеки разрушены, музеи закрыты. Неотёжные кинорежиссеры заставили переносить самые оскорбительные мучения. Но есть надежда. Мы спасали слова, изображения, звуки. Мы уверены, что будущие поколения снова захотят смотреть 24 фотограмма в секунду. Кино живет. Кино дает жизнь. А сейчас мне пора.